В Национальном музее имени Пальмова в онлайн-формате открылась передвижная выставка, посвященная столетию со дня рождения выдающегося ученого-физика Андрея Дмитриевича Сахарова. Он известен как создатель водородной бомбы, гуманист, обладатель Нобелевской премии мира 1975 года за свою борьбу за права политических заключенных и отмену смертной казни. На 18 стендах представлены фотографии и документы из фондов архива Сахарова, музея и библиотеки Сахаровского центра, информационных агентств и частных коллекций. В течение года выставка охватит 70 регионов страны. В Калмыкии она пробудет до 6 сентября. Эта выставка к нам поступила в рамках празднования столетия нашего музея в этом году. Задумано очень много проектов, в том числе и обменных выставок, передвижных, стационарных. Вот одна из выставок, как раз выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося ученого-физика Андрея Дмитриевича Сахарова. Выставка очень интересна тем, что она представляет не только биографию, историю жизни, научных открытий Андрея Дмитриевича Сахарова, но мы и здесь прослеживаем интересные этапы истории и нашего государства.